Всем привет! Доброе утро, день, вечер. Сегодня у нас не очень хорошая погода, идет уже дождь второй день подряд. И я решила немного развлечь себя и вас и снять такой небольшой шопинг-влог. Вы, наверное, знаете, что в Америке есть такие магазины, как TJ Maxx, Marshalls и Ross, например. В этих магазинах продаются брендовые вещи, такие как, например, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Marc Jacobs, Guess, можно сумки, например, много найти, обуви тоже. И вещи этих марок продаются по очень приятным ценам, доступным. Поэтому я решила съездить и посмотреть, может быть, я что-то сейчас найду интересненькое и покажу вам. Поехали! На самом деле, пока я еду, я хотела немножко рассказать про недорогие, где можно купить недорогие вещи в Америке. И, как я уже сказала, это могут быть магазины, такие как TJ Maxx, Marshalls. Причем, я так понимаю, что это, например, одна сеть крупная, которая включает в себя эти два магазина. Вот. И в этих магазинах представлен примерно схожий ассортимент. Если мы будем говорить еще о подобных магазинах, это, например, магазин Ross. Я была на самом деле в магазине Ross всего один раз, и я могу сказать, что в Ross представлен более дешевый сегмент вещей, в то время как в TJ Maxx можно найти одежду класса люкс по скидкам. Я уже приехала, пока болтала с вами. Сейчас буду парковаться. Вот магазин называется TJ Maxx. Пойдемте, посмотрим, что там есть. Давайте начнем с сумок. Здесь на самом деле клатчи. Вот, например, клатч DKNY. Он стоил $128. Сейчас посмотрим, сколько он стоит в TJ Maxx. Он стоит $40.39. Очень миленький клатч. Вот, также вот, например, сумка Calvin Klein. Ну, такой обычной расцветки. Тоже она стоила $138. Сейчас она стоит $50. Вот, например, рюкзак Michael Kors. Давайте посмотрим, сколько он стоил. Он стоил $268. И сейчас он стоит $119. Очень симпатичный рюкзак. Мне еще нравится, что сумки здесь развешаны все. Вот также Michael Kors. Сумки развешаны по цветам. То есть ты можешь выбрать вот здесь коричневые сумки, здесь черные. Сразу знаешь, какую сумку тебе надо, и идешь к этому цвету. Также тут куча всяких шампуней, средств для волос тоже, которые стоят недорого. Например, вот эта фирма Tigie, у меня как раз такой есть. Это лак для волос. И он стоит, большая бутылка, $10. Вот. То есть за $10 можно купить нормальные вещи. Вот, например, классные кроссовки Michael Kors за $70. Но они суперские, у них вот здесь все прозрачно. То есть летом у них будет не жарко. Очень классно, я теперь их захотела. Зачем я только пришла сюда. Смотрите, еще белые есть такие же Michael Kors кроссовки, тоже $70. Блин, они такие крутые. Скажите, как вам, нравится? Вот босоножки Guess. Размер только не мой. За $25. Симпатичные, похожи на мои, в которых я сегодня. Также, смотрите, нашла туфли Michael Kors. Моего размера черные лодочки на удобном каблуке за $40. Согласитесь, приятно за такие деньги. Вот New Balance. Кроссовки New Balance. Сколько они стоят? $30. На самом деле New Balance здесь разных цветов. Каких только нету. Также есть пумы. Тоже пумам здесь много за $40. Прикольные. Здесь, конечно, надо искать, выбирать. Не так, что прям каждая вещь красивая. Надо все смотреть, выбирать, примерять. Также тут есть очки. Есть всякие непонятные бренды. Но есть и нормальные. Вот этот Джессика Симпсон. У меня были такие очки, в принципе, неплохие.
Tommy Hilfiger. У меня отсюда Guess есть очки. Вот, то есть, в принципе, что-то подобрать можно. Давайте смотреть по ценам. Очки Guess. У меня, кстати, такие есть. Они стоят $15. Прикольной формы. Вот, например, Nine West стоит $10. Вот. Очки Tommy Hilfiger, авиаторы прикольные. $10. То есть классное место, чтобы купить 500 очков. Смотрите, человек, которому обычно не идут вообще никакие очки. Но эти прикольные. Мне нравится, как они на меня смотрятся. Когда я говорила, что мне не идут никакие очки, я не шутила. Редкий случай, когда что-то удается узнать. Не знаю, что с моим лицом не так. Достаточно такое простое платье. Michael Kors $30 стоит. На лето, я не знаю. Может быть, раньше я любила рюшечки, сейчас я уже их не люблю. Возможно, это уже не совсем то, что мне нравится, но в целом так куда-то выйти можно, я думаю. Может быть, можно пояс сюда сделать, потому что мой муж не любит, когда я ношу вещи, которые не подчеркивают мою фигуру. А я люблю. Вот. Но в целом, мне кажется, неплохое платье за $30. А, так, скажу сразу, что здесь могут быть проблемы с размерами. Далеко не все размеры есть, не всех вещей, особенно моего. У меня маленький SXS. Я нашла вот футболку Tommy Hilfiger за $15. Мне кажется, на повседневную носку. Очень даже интересно, с джинсами. Нашла вот такую рубашку, это Calvin Klein. Очень приятный цвет, мне так понравился цвет и материал натуральный. Вот, и она стоит $17. Мне кажется, она мне велика. Хотя это M, но она мне очень велика. Но модель, мне кажется, прикольная. На работу ходить, да, можно в такой. Также предложение тему, что носить на работу летом. Вот, рубашка Calvin Klein. $16 или $17, я точно не помню, посмотрю. Но доступная цена. Хорошее качество ткани, рубашечка. Конечно, с джинсами, может быть, будет смотреться не так круто, например, с брюками будет, конечно, интереснее. Как вам? Смотрите, я взяла такое цыганское платье, это Anne Klein, фирма. Она стоила $139, сейчас стоит $30. Мне кажется, что она... мне вообще не идет расцветка, я вижу слишком мелкий горох для моего лица. Вот, но я думаю, и я не высокого роста, 160. Мне кажется, что если девушка была бы более высокого роста, она выглядела бы симпатичнее. Опасно, у него прикольные рукава. Разрез на рукавах. Здесь такой многослойный подол, пояс. Вот, я думаю, что, может быть, для другой фигуры оно было бы прикольно смотрелось, при том, что у него скидка $100. Как думаете, на девушке более высокого роста лучше бы выглядело это платье? На мне оно смотрится как на цыганке, потому что у меня еще волосы кудрявые. Вот. Смотрите, также нашла пару вещей из совершенно неизвестных для меня каких-то фирм. Это комбинезон матрас, я его так назвала. Вот. Он интересная модель, то что смотрите, у него сзади голая спина, и в принципе он симпатичный, мне нравится по фасону, и по длине он мне хорошо, стоит $17, и мне, что меня больше всего привлекло, это ткань, потому что это хбшная ткань, мне будет не жарко летом, вот. Можно, мне кажется, и с обувью на плоской подошве носить. И достаточно красиво формирует фигуру. Обратите внимание, да, у меня прямо такая попа появилась, хотя у меня ее обычно не особо, она у меня присутствует в моей жизни. Матрас прикольный. Как вам матрас?
Еще одна вещь совершенно неизвестной мне фирмы за $16. Очень тоже приятная ткань, легкая, летняя. И вот этот комбинезон прямо полностью в моем вкусе, в моем стиле. Цвет мне очень нравится. Поясок подчеркивает талию. Шорты не короткие. Карманы есть. Я люблю, когда есть карманы. Блин, мне прям моего захотелось. Из тех вещей, которые я мерила до этого, это мне захотелось больше всего. Мне кажется, мне идет. Вам нравится вообще цвет хаки? Мне кажется, хаки — это классный цвет. Причем его можно в любую погоду носить, да? И летом он красиво будет, и зимой рубашку цвета хаки можно всегда одеть. Ой, прям мне понравился. Хоть это не какая-то суперфирма, но по модели я всегда больше смотрю, на самом деле, на модель, а не на фирму. На самом деле, пока я ходила в магазине, то дождь уже закончился, и стала достаточно теплая, приятная погодка. Вот. Ну, что я могу сказать? Что я дала сегодня себе слово, что я себе ничего не куплю, поэтому я ничего не купила. Но на самом деле, вот последний комбинезон зелененький, это просто... Теперь я буду о нем думать. У вас бывает такое, что вы не купили что-то в магазине, а потом думаете, блин, надо было купить. Я думаю, что в этом случае нужно возвращаться и покупать, если вы действительно несколько дней думаете об этой вещи. И, кстати, лайфхак, даже если вы, например, какую-то вещь хотите купить, но что-то вас смущает, сомневаетесь, не покупайте, идите домой, пару дней живите с мыслью и о том, что нужна вам эта вещь, не нужна. И вот если вы будете о ней думать и все чаще и чаще, то наверняка это ваша вещь, она, вам нужно ее купить. Я надеюсь, что вам понравится такого рода видео. Если это так, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и я попробую съездить в другие магазины, типа Marshalls и Ross или Macy's, и что-нибудь еще поснимать. Спасибо большое за ваше внимание. Пока-пока!